прямую трансляцию с улиц нашего города. В прошлый раз трансляция администрация сети почему-то куда-то прикарманила, в общем-то забанила, прикарманила, не дала посмотреть. Но сейчас у меня тут кое-какое дело. Кое-какое дело. Кое-какое дело. Там появилась кое-какая работа по объявлению. Можно попытаться устроиться. Поэтому пойдем. Сходим в ту организацию. Ну и заодно вам покажу наш городок. Может, кто зайдет на огонек, пообщаемся. Ну и посмотрим качество. В прошлый раз же не удалось посмотреть качество записи. Качество записи, качество трансляции, как получилось. Поэтому будем вновь на связи с нашими дорогими и уважаемыми друзьями. Ну и заодно кое-куда надо сходить. Сходим по делу. Нормально, с пользой. Прогуляемся, городок наш покажем. Может, кто подпишется. Вот один человек подписался на нашу трансляцию. Уже может, кто еще подпишется. Посмотрим, что тут скажешь. Сказать-то, бля, что-нибудь, конечно, может, в голову избредет, бля. Но. Короче, будем осваивать ТикТок. ТикТок. Сделаем сегодня каких-то 2-3 рекламных ролика. Возможно. Но пока протестируем. Покажем, как скажем, улицы нашего города. Интернет-соединение, связь. Себя проверим. Как, не забыли, говорить еще не разучились. Привет, братска. Обязательно, я всегда подписываюсь. Когда есть такая возможность, я всегда подписываюсь. А зачем мне? Мне какой смысл отписываться? Я, честно скажу, занимаюсь распространением и сбором информации, поэтому зачем мне отписываться от кого-то? Больше подписок, больше информации. И как и распространяется, так и собирается. Поэтому в этом смысла никакого нет. Отписываться мне лично. Ну, хотя я и занимаюсь и вещанием, и какие-то клипы делаю, но что-то я не верю, что я могу стать таким каким-то популярным тут тиктокером, который может тут завоевать большую аудиторию, заработать деньги. Так, для души, для хобби, для собственного саморазвитие, чтобы мозг шевелился. Вот вчера мне кредиторы сказали, говорят, а вы же можете рекламу делать. Конечно, можем рекламу делать. И будем делать обязательно. И делаем уже. Привет, что за город? Привет, привет, город Амурск, Хабаровский край. Вот такой городок. Соединение нормальное, качество хорошее. Звук слышно. Я, в общем, тестирую трансляцию. Пытаюсь.
пытаюсь, скажем, вот он я, пытаюсь трансляцию провести, поговорить, возможно, с кем-то завести нужные связи. Ну, в прошлый раз я вот делал трансляцию с улиц города. Почему-то TikTok ее присвоил себе, заблокировал. Ну, в общем, как-то так. А это не совсем так уж меня устраивает. Ну, попробуем еще раз трансляцию провести. Ну, Урал большой, какой город, если не секрет. Просто я географию люблю, изучаю. Люблю, изучаю географию. Поэтому Да тут много я вот смотрю. Есть там контент подобный там. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я там живу там, там-то, там-то. Сейчас нахожусь там-то, там-то. Пишите, с какого вы города, чего хотите, куда хотите, куда поедем, зачем, почему, для чего. Ну, как-то так. Погода сегодня хоть и пасмурно, но тепло. Так, плюсовая температура чувствуется. Ну, возможно, пойдет дождь или снег, или что-нибудь еще подобное. Вот такие у нас яблоньки растут. Вот такие. Это ясень называется. Дерево. Это опять яблонька. Это тополь. Это вот сосна. Ну вот, идем. Идем, показываем, друзья. Общаемся с вами. Проверяем, как связь работает. И приятное с полезным. Еще и, возможно, сейчас на работу устроюсь. Там увидел по телевизору объявление. Позвонил, он говорит, ну приходите. Требуются люди. Человек. Не люди, а человек. Возможно, временно и поработаем. Деньжат подзаработаем. Сменим, скажем, парадигму мышления. Какое-то другое направление направимся. А то что-то совсем выкинуты из социальной среды общественной. Как эти, бля, как анархисты. Живем, бля. Ни родины у нас, ни флага, бля. Ни работы, ни дохода, бля. Одни долги, бля. Так, может, наглядишь, станем нормальным человеком. На работу устроимся. Хотя сомневаюсь в этом, но все-таки пытаться-то надо, искать, пробовать. Чтобы не говорили, что вы не работаете, работать не хотите. Работу не ищете, да все мы ищем. Хули, бля. Просто если год-два тебя не возьмут на работу, потом уже, бля, как-то привыкнешь и без работы, бля. Я сейчас еще, интересно, возьмут на работу, получится там работать после такого, бля, продолжительного отпуска. Как говорится, волка сколько не корми, он все в лес смотрит.
Хотя. Ну ничего. Прогуляемся. Сюда сходим. Мы еще можем в другую организацию сходить. Поэтому есть куда сходить, проветриться. Да и вам показать наш город. И запись останется. В общем, сплошные плюсы от нашего мероприятия. Для меня точно. Во всяком случае, явный. Конечно, может что-нибудь произойти форс-мажорное, но это никто от этого не застрахован. Внимательнее надо быть по дороге, на дороге. И вообще везде всегда нужно быть внимательным. Ля-ля-ля. ТТ не пропускает СМС. Некоторые почему? Вот. Какие-то там у них свои эти цели и задачи скрыты. Вот. Запрет на проведение трансляции иногда может быть само надуманный. Ну, я что матерился так, что и сяк, что и буду материться. И похуй мне. Их не запреты. Их не запреты. Их не запреты. Их не запреты. И даже если они закроют трансляцию или аккаунт, ну и хуй с ним. У меня уже, блядь, столько закрыло лось. YouTube каналов по надуманным причинам. Столько труда, времени потеряно было на это все, что я на эту хуйню уже, знаете, сильно-то расстраиваться и обращать внимания не буду. Но идем, транслируемся, тренируемся, общаемся, работаем онлайн. Это уже хорошо. Закроют и хуй с ними. За какие-то вымышленные нарушения. Это все придумано. Сами же видите, что там показывают. И что смотрят люди. Политика двойных стандартов, она... На лицо. В общем, мы уже... Почему пишу название города, не пропускают? Ну, наверное, военная тайна, чтобы пользователи Тики-Така не связывались, не... Как говорится, не создавали всякие коммуникации такие массовые межрегиональные сообщества по взаимодействию или противодействию чему-то или кому-то. Поэтому, может быть, поэтому название города и не пропускают. Тут же много всяких уловок. Потихоньку же втягиваешься в эту, скажем, индустрию. Кому-то вот смотришь, люди только начали там. Ну, первый раз вышел там человек из деревни какой-то там. Ничего там, ни опыта нету, ни... Да и контент, ну, чисто такой, скажем. Ничего, ну, с точки зрения художественной или какой-то культурной или какой-то ценности
особой там нету ничего. Ну, людям нравится, им нравится. Такой ширпотреб, скажем, медийный мне. Хуякс, выпустили на десятки тысяч подписчиков. На. Все, человека втянули в индустрию, бля. Сломали судьбу, бля, можно сказать. Но это же все равно, это же оказывает влияние на человека. Если человек вышел в интернет и попёр, и мать у него, как говорится, попёрла, удача. Ну и начинают там петь, они танцевать всякую, бля, несвойственную их этой личности какую-нибудь политическую повестку озвучивать или что-то еще. В общем, инструментов манипуляций. То есть в каком городе? Городе? Я в каком городе? Город Амурск, Хабаровский край. Я город Амурск, Хабаровский край. Нахожусь. Вот такая у нас нынче весна. Вот такая. И вот я пришел уже, ребята, почти что к месту переговоров со своим потенциальным работодателем. Если устроюсь на работу, буду работать, конечно, вам покажу, расскажу. Без этого же никак я не могу. Но пока что раньше времени не будем обострять, накалять. Они и так знают, с кем имеют дело. Так, вот где-то вход. Вот тут все как раз наши герои с ТикТока. Здесь есть. Ну вот мы и пришли. Видите, тут как красиво. Действительно красиво. Раньше это был детский сад. В советские времена. Сейчас это уже собес. Это собес. Мы пришли. Остается нам с вами, друзья, скажем, попрощаться. Ну, кого видите, все, я пришел. Всем счастья, здоровья, любви, благополучия. До новых встреч в эфире. Посмотрим качество трансляции, качество создаваемого контента.